Забирайте пятерню. Забирайте. Что минуты и дневины рай, богатство и сломанье. Как можем, так снимаем, да, в этот раз. Вот такая у нас обновочка. Да, это кошмар, это сразу говорю, да, вот. В кадре будет только это чудовище. Приехал с девочкой, собственно, он развязанный пацан. Что у него вот здесь, это вообще кошмар. Пацану около 2,5 лет. Да. Девочка, соответственно, 2-летка, так получилось, что этот мальчик сбежал. Точнее, девочка сбежала к нему. И в общем, девочка сейчас на передержке. Завтра у нее ей предстоит стерилизация, потому что девочка беременна. В 2 годика. Да. Нехило так, да? Ему 2,4. Все-таки беременна, кстати. Это 2 за, да. Все проверили, да? Да. Волкова сказала, что беременна. Я просто прощупывал ее, как бы, я там ничего не нашел. Ну, в силу возраста малоплодная, да. Да. Пацан ссыкло жуткое. Вы посмотрите, да, в каком состоянии, собственно, да, мы боимся все, потому что мы слепой. Ну, это видно, что он слепой. Это кошмарное состояние. Вот. У нас, по-моему, таких стариков такое состояние не было. У нас сейчас даже ючики с трусечкой выглядят лучше, чем вот этот вот. Тебя как зовут? Петюша. Петюша его зовут. Мы кусались вчера и позавчера кусались, потому что мы боимся. Мы же слепой, да, мы не нюхаем, ничего не знаем. Петюша, повернись, вот, пожалуйста, лицом к нам. Давай я его поверну лицом туда. Он не хочет сюда лицом. Почему? Потому что он вот так вот. Мы не скажи, хотим. Я не фотогеничный. Снимайте с попы. Да, поп, ну, естественно, скажем, газы, да, это жесть. Это вообще уже не газы, это уже жир. Ну, там и газы с жиром, он помимо этого. Да. В общем, собственно, какой день он у нас уже? Это второй, да? Третий? Второй. С пятницы сейчас, да. Вот это вот. Вот такая фигня, да. Вот. Босой мы боимся. Мы стекло. Мы просто ничего не знаем, мы нас не знаем, запахов дофига, крысов хреново тонна. Петюня! Дай Петюню. На Петюню. Забирайте Петюню. Забирайте.